по игре я могу сказать, наверное, такую команду, как Химки, то есть действительно команду европейского уровня, я думаю, что даже в этом году она была достойна играть в Евролигу, можно обыграть только с полной концентрацией, с полной самоотдачей и в очень хорошей физической форме. После игры с Хуэнел Абрадо, я думаю, что у нас немножко был спад эмоциональный, по игре даже было видно, то есть каждый момент, любой игрок у нас проигрывал в физическом плане. Опыта у нас при всех вариантах не может быть больше, чем у Химок, поэтому мы могли только взять физику, и ее не хватило. Спасибо, пожалуйста, вопрос. Владимир Шапун, который в Подмосковье, областной. Василий, ну расскажите, пожалуйста, во-первых, Химки для вас это принципиальная команда, с которой вы должны обязательно выигрывать. Какое ваше отношение к Химке, БК Химки? И второе, как бы, ну сегодня проиграли, завтра выиграете. Как бы вы в целом оценили вот положение вашей команды, команды в турнирной таблице в чемпионате России? Я могу сказать, для меня, лично для меня, принципиальная команда нет. Совершенно. Все соперники одинаковые. К каждой команде мы готовимся, во-первых, в первую очередь с уважением, с настроем. Есть команды чуть посильнее, чуть послабее, может с кем-то полегче играть. Но какого-то выбора именно у нас, тем более, может, у нашей команды молодой, просто не может быть. Просто не может быть. Для нас каждая команда это большой заряд. И как бы вы в целом оценили ситуацию, положение вашей команды в чемпионате России? Не хочу давать прогнозы, они обычно как плачевно заканчиваются. На данный момент мы делаем то, что можем, что-то получается довольно-таки нормально, и хочется в этом же духе продолжать.